Автомобили Volkswagen – это не только стиль и инновации. Традиционно автоцентр Керк проводит экологические тест-драйвы, в ходе которых участники учатся экономичному вождению. Экологические тест-драйвы проходили на Volkswagen Polo и Volkswagen Tiguan. На Дне здоровья в минувшие выходные были оглашены победители соревнований. Чтобы на деле доказать, что День здоровья с Volkswagen – это прекрасная возможность в пользу провести время, в автоцентре Керк подготовили развлекательную программу и разнообразные спортивные соревнования. Нужно завлекать молодежь и полностью все население вообще к занятиям спорта. Сам работаю в центре тестирования ГТО и всех призываю к активному образу жизни. Помимо упражнений на силу и участия в различных мастер-классах, пришедшие на праздник могли сдать нормативы ГТО или просто проверить свои силы в прыжках в длину, отжиманиях и на гибкость. Я пришла с ребенком, он не очень любит заниматься спортом. Здесь он начал отжиматься, то есть ему это нравится, его это завело. Может быть, будет толчок какой-то к спорту. Я думаю, что это отличная идея. К спорту мы относимся очень-очень положительно, так как все с детства в спорте. Я занималась акробатикой, муж биатлоном. До сих пор мы все спортивная семья, дочь гимнастка, сына. Мы еще думаем, куда отдать, но уже начали в плавание ходить. Очень хороший праздник. Нужно побольше мероприятий, чтобы люди сплачивались, брали пример с друг друга, позитив получали. Традиционно праздник Volkswagen получился семейным, и пока родители тестировали автомобили Volkswagen и пробовали свои силы в соревнованиях, для юных участников праздника работала детская зона. Оценить немецкое качество автомобилей Volkswagen смогли все гости праздника. Автоцентр Керк организовал отличный семейный уикенд, продемонстрировав, что комфортабельные, надежные автомобили и занятия спортом – это стиль жизни, подходящий каждому.